отношения у Бога и прощать друг друга. А вот если не прощать, плохо жить будет и тяжело. А кто не может простить, сделайте такое дело. Придете домой, возьмите сумки, пакеты и наложите туда мешки с солью или гири, у кого есть. И ходите по дому, пока не надоел. Вы увидите бессмысленность этого действия и поймете, что вот так же бессмысленно ходить. Хорошо на душе становится, и русские люди собирались в прощённое воскресенье, вставали колоннами, кланялись друг другу и говорили: «Простите меня, люди добрые!» Что надо было отвечать? Давайте хором! Молодцы! Помогайте! Помогайте! Я надеюсь, что сегодня не останется ни одного человека. Костюм, но напоминаю, подарок у нас от центрального рынка города Оренбурга. Подожди. Продемонстрируйте подарок. Вот такая большущая корзина. Там я вижу что-то хорошее, красивое и свежее. Итак, главный приз присуждает за лучший костюм. Присуждается Чеканиной Валерии. Чеканина Валерия! Быстренько, громкие аплодисменты, люди тоже.